Детское радио представляет. Загадки и тайны, запутанные преступления. Во всем разберутся, все разгадают герои наших расследований. Следопыты. Дело о похитителях древних сокровищ. Сигизмунд, выгляни в окошко. Там люди из канализационного люка вылезают. Ты меня от раздумий отвлекаешь. Ко мне только мысль пришла, а из-за твоих воплей она исчезла. Может, это была самая главная мысль во всей моей жизни? Сигизмунд, она обязательно вернется. А пока выслушай меня. Я вчера по дороге из школы видел тех же людей. Они выходили из подвала старого дома, того самого, где, по слухам, привидения водятся и старинные сокровища зарыты. Ай, прям такие сокровища. В лучшем случае, пригоршня медных монет. Я провел расследование. В этом доме в 18 веке жила богатая купчиха, которая после себя никакого наследства не оставила. И куда, скажи, все делось? Ты думаешь, что она все свое добро в золото и бриллианты обратила и в подвале дома спрятала? Да если бы все так и было, клад давно бы обнаружили. Там, наверное, какой-нибудь хитрый тайник. В музее я видел карту. На ней есть этот дом и обозначена схема лазов, выходящих из его подвала. Они как раз в нашу сторону идут, в то самое место, где вот этот канализационный люк находится. Ты хочешь сказать, что мы только что видели расхитителей древних сокровищ? Ну и пусть себе ищут. Нам-то что за дело? Сигизмунд, ты пойми, найдут они старинные украшения, расплавят их и продадут. И не дойдут эти вещи до музеев. А ведь сколько людей могли бы ими любоваться? Павлик, что мы с тобой сделать-то можем? И хотим ли? Мы должны первыми найти сокровища и сдать их государству. Вот еще. А если мы с расхитителями столкнемся? Стукнут тебя по голове и в темном подвале запрут. Будешь знать, как всюду свой нос совать. Сигизмунд, мы будем осторожными. У тебя есть волшебный ключ. Мы с его помощью в подвал попадем. Следствие проведем, сокровища найдем и обратно. Кроме того, нашедшему сокровище полагается 1/4 от его стоимости. Да ты что? Это меняет дело. Сколько всего накупить можно? Мне клетка новая нужна. А лучше вольер позолоченный. И еще диктофон хорошо бы, чтобы умные мысли записывать. Нечего прохлаждаться, выдвигаемся. Мне собраться нужно. Я возьму фонарик, лупу, тетрадку, чтобы в ней следственные данные записывать, пакет для улик. Теперь я готов. Вставляю ключ в замочную скважину. 1, 2, 3. Ключ, проход в подвал старого дома. Отвори. Как хорошо, темно, прохладно. Мне здесь определенно нравится. Не свети мне в глаза своим фонарем. Мне в темноте и так все отлично видно. А мне нет, я же не филин. Вообще, хорошо, что здесь много пыли. На ней следы легко различить. Что это тут у нас? Вот следы от мужских ботинок, а вот еще одни, уже с другой подошвой. Записываем. Следствием обнаружены следы от 2 пар мужской обуви 43 и 42 размеров. Ой, у меня что-то по ноге проползло. Это всего-навсего мокрица. Один клевок и нет проблемы. Хотя, может, ты хотел ее в свой пакет для вещдоков поместить? Извини, от нее только мокрое место осталось. И не боюсь я вовсе, просто противно. Ладно, пошли дальше. Так, здесь туннель расходится на 3 коридора. Таблички нет? На стенке посмотри. Вот же нарисовано что-то. Схема канализационных тоннелей. Следствие, похоже, зашло в тупик. Ой, я куда-то проваливаюсь. Павлуша, да на кого же ты меня покинул? В яме потаенной, бездонной сгинул. Голова какая-то показалась. Привидение. Сгинь, нечистая сила. Сигизмунд, это же я, Павлик. Я в яму провалился. Она не глубокая. Вот я уже и на поверхности. Поаккуратнее надо быть, молодой человек. Я филин в возрасте. Так и до инфаркта недалеко. Что за яма?
Злато-серебро на дне не сверкает? Да нет, тут хлам какой-то и трубы. Кто-то идет. Сигизмунд, прячемся. Степаныч, а ну-ка посвети сюда. Ха, так вот же эти трубы, которые мы искали. Понапрокладывают коммуникации абы как, а нам потом искать их днями и ночами, чтоб отремонтировать. Они, родимые. Михалыч, ты инструменты наверху оставил? Пошли, принесем. А не те ли это люди, что из люка давеча вылезали? Они. Оказалось, что это сотрудники коммунальной службы. Они сейчас вернутся. Сигизмунд, давай свой ключ. Тут, кстати, и дверь в стене имеется. Раз, два, три. Ключ, проход домой, отвори. Эх ты, Павлик, горе-следопыт. Хватит дразниться. Мне вот что интересно. Что это за дверь была? Может, сокровища за ней лежали? У-у-у-у! Следопыты.